Просто голова-чемодан. Друзья, вы видите, голова-чемодан. Человек-чемодан. Давайте расщелкнем орешек. Ой. Сори. Так, давайте. Начинаем сначала. Нам... Один очень хороший человек показал отличное место, где можно строить, где рядом много-много деревьев. Вот, вот там мы с вами, пожалуй, надо найти его, мы там обоснуемся, и вообще будет шикарно все. Сможем быстрее построить. Ух ты, мы будем рубить деревья! Да, да. Скажи, что будем. Да, мы будем рубить деревья, черт возьми. Я же вам говорил, что сегодня будет цветной стрим, поэтому нет у меня там ничего такого пошлого. Вы ничего не видите? Надеюсь, нет. Надеюсь, все скрыто. Нет, не все. Кучка вещей на заднем фоне. Ладно, не обращать внимания. Не видим, но теперь знаем. Да, запалился. Пацан. Ты не против, если будут голые тетки? Я тоже не против. Если слышала бы меня сейчас будущая жена. Да нет, я, конечно, шучу. Точно цветное? У тебя лицо бледное. Серьезно? Ух ты. Выходило что-нибудь интересное? Да всякие фиксы минимальные там. Ничего такого особенного. Но скоро, через дня 4, у нас уже будет обнова большая. 0.02. Вот. И Мишка, как всегда, в засаде. Да, Киклопла нам сегодня подсказал место хорошее. Это был он. Так что, ребят, запомните. Ник, ему спасибо огромное. Так, как всегда, хомячим быстренько туда-сюда. Собираем все непристойное. Сразу плюс 5к зрителей, плюс 15. Плюс 15 зрителей. А почему, кстати, вечером, я не знаю, много стримеров, да, топовых, поэтому у нас так мало собирается вечером. У нас... 550 был рекорд. 550 по утрам я собираю зрителей, но почему-то вечером, как назло, людей не очень много. К сожалению. Вот. И скоро уже, я надеюсь, дадут премиум аккаунт. Я уже все-таки в топ 100 стримеров-то я вошел, вхожу спокойно. И даже не в конце, а где-то на 40-м месте. 40-й я стример, ребят, 40-й. 40-ножка. Подписку? Какую подписку? Премиум подписку? Нет, премиум аккаунт мне, чтобы я стримил в премиум качестве мог. И так далее. Крутым буду, крутым пацаном. И буду вас радовать крутыми стримами, естественно. С премиум подпиской только крутые стримы должны быть, иначе никак. Правильно? Че, у меня бледное лицо в натуре, ребят, что ли? Не цветной стрим? Может, контрастность подправить? Или это просто у меня такое лицо? Ты меня потроллить, а, Витюш? Признавайся. Норм лицо, да? Норм лицо. Я не умираю, я надеюсь. Все хорошо, тьфу-тьфу. Так, где ящик-то еще? Чемодан. Похоже на такое. Ну, спасибо тебе, родной. Тролляка. Попей водички. Почему у тебя помощников нет на стриме? Да я не знаю, почему нет.
Нет у меня помощников, никто не вызывался мне помогать. Все только и троллят меня, мое бледное лицо. Мое бедненькое, бледненькое личико. Так. Норм все. Либо водочки, либо водички. О, почему зайка не убежал? Он убегает, но не помогает. Но почему зайка не убежал от убийцы? Мне нужны эти. А где эти ящеры-то? Броня нужна. Так, пацаны. Дамы и господа. Мы где-то непонятно где. Как мы доберемся до этого места? Выручай. Кто-то, блин, кричал же. Либо это у меня за окном, либо здесь в игре. Одно из двух. Нет, ошибся. Ты меня вообще тут пугаешь зря. В принципе, мы все собрали. Куда бежать-то? Как к этому месту? Ага, вот они, ё-моё. И где это мы? Что это за обрыв? Такого я еще не видел. Брачные крики оленя. Осу я вчера прогнал, так что все нормально. После стрима, ребят, я ее прогнал. Все окей, она улетела, живая, здоровая. Так. Там люди, значит, там спасение. Не надо мне, катан. Катран, катан. Это я знаю, какое тут спасение. Эти, это не люди, это просто изверги. Ага. Если здесь большое дерево, значит мы идем. Идем. И можем найти желтый топор сразу. Сигай с обрыва. Как в песне хорошо. Не, не сейчас, ребят. Мы вдоволь уже наумирались вчера. Ничего не сделали. Единственный топор нашли. Великолепный. Ты уже выдохся? Я же тебе карту нарисовал. Да, да, да. Сейчас мы посмотрим ее. Давай сейчас за топором. Я помню. И, кстати, мы в правильном направлении, по-моему, бежим, если я не ошибаюсь. Мы и желтый топор, и сразу к этому месту придем. О, та-та-та, я же говорил, память просто. Unbelievable, фотографическая. Четко все, четко, все четко. Блять, эта музыка нехорошая, мать, будь она неладна. Желтый окровавленный топор, да, вы не ослышались. Плюс 50 дэмэджа, плюс 50 стамине и плюс 50 к мать его интеллекту. Так что вот так. Мне человек карту нарисовал. Даже. Где что? Так что мы не пропадем. Мы все знаем. Собираем всякую лапшу здесь. А вот и пацаны. Надо скорее топор брать. Они меня не видят или видят? Видят, как я рублю чемоданы и боятся подойти. У меня что-нибудь есть? Блин, с
скорей. На-ка тебе в ноги, на ход, а? Ага. Окей, все, ребят. Все, загорелись? Нормально, разобрали. Разобрали двоих. Мячик для тенниса имба. Так, мы нам надо найти. А, где-то там. Где столы? Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Буги Поп. Классный ник, кстати. А вот и топор, ребята. Кто, вот, кто не знает, где найти имба топор, который рубит всех ящеров. Плюс 50 к дэмэджу, к стамине. Вот теперь вы знаете, где он. Правильно, правильно. Вот они, родные, бронюшечку мне принесли. Сразу два, вообще зашибись. Три. Хорошо. Вообще нормально. Наварились. И бронюшечку цепанули. Motion blur disable. Разве туземцы невежливые? Ну, узнаешь ли, друг мой. Туземцы здесь не отличаются особой вежливостью. Это я уж тебе точно. Туристический топор. Отличный топорило. Невежливые не ждут, пока ты на крафте что хочешь. Да, да, я мастер просто. Отмикрил коктейли Молотова вообще просто бесподобно. Безманерные. Добрый вечер, добрый вечер, ребят. Так, пока тут собираем. И сейчас мы посмотрим картиночку. Перышко. Так, хорошая же музыка на мне. Части нам не повредят. Запчасти. Опа, подпрыгнули. Бодиджамп у нас сейчас был. Вы могли наблюдать это. Так, значит, мы пришли откуда? Оттуда. Теперь бы не заблудиться. Так, хватит музыки этой. Во. Баг с подкидыванием. Возможно, в 0.02 патче. Хотя это не самая важная вещь. Это, кажется, так, ерунда, мелочь. Значит, у нас есть карта. Так, а где карта? Ага. Карта вот. Яхта здесь. Вот здесь где-то лагерь этот, мы нашли топор. Склон там. Блин, нам бы не заблудиться. Да? Чатик. Так. Фонарик нашел, остался рыбу найти, можешь смело зайти. Да, еды у нас сейчас и кроликов тут. Броню давайте оденем, а то... Отлично, вообще фул. Фул у нас. Я так 4 раза умер. А, ну надо, да, ребят, надо запомнить, чтобы под собой трупы не разрубать, а так на расстоянии. По чуть-чуть их покоцать.
Патч полгига, ну да, в принципе, что-то в этом есть. Измазались мы в грязюке, и мы, кажется, мы идем в правильном направлении. Да? По-моему. Отыщем супер место сейчас, где нам уже подсказали, где много деревьев и мало проблем. Ты до скольки сегодня стримить? Ты вчера только устроился посмотреть, ты спать. Спокойной ночи смотреть. Если честно, я сегодня до 9. До 9:30. Потом мне надо встречать идти родную свою. С работы. И спокойной ночи, малыши. На следующей неделе, друзья, по утрам будем стримить. Опять будем набирать, я думаю, большое количество людей онлайн. Потому что сейчас было тогда 500 у нас онлайн. Сейчас у нас... Сколько сейчас онлайн у нас? Намного меньше. Наверное, либо много стримеров хороших, либо я плохой. Сейчас 60, ну... Неплохо, 500 и 60. Разница есть. Непонятно, почему вечером вроде людей должно быть больше, но, видимо, они сидят на других местах, этих стримах. Патч новый вышел? Нет, патч новый выйдет. Как раз на следующей неделе мы в понедельник будем стримить с вами. С утра новый патч, новую обнову 0.0.2, если разработчики нас не обманули. На огород, на дачу уезжают? Да, что-то в этом есть. Так, бежим, бежим. Надо попить содовую. А топор модный откуда? Я это не видел. А топор крутой, да, топор модный. И в записи ты сможешь посмотреть, где мы его взяли. Он в лагере, в большом лагере, где скрученные теннисисты сидят, убитые. Вот там. Если ты знаешь, видел такой лагерь, где много теннисистов всяких там с мячиками. И лагерь их беженцев, этих туземцев. Ты тут спустись и к морю беги. А то ты куда-то сейчас забредешь. Так, понял, понял. Как бы нам спуститься, не упасть и не переломать себе ножки. Наши такие хрупкие. Я же знаю, он сейчас прыгнет с метра и все, и... Я умер. У меня лагает стрим. Как исправить проблему? Либо у тебя что-то с интернетом, либо ты можешь попробовать перейти на другой допустим, на Twitch. Если хочешь, конечно. Если вдруг у тебя там не будет лагать, вот, пожалуйста. Я ж туда кинул, да? Да, все правильно. Либо кибергейм тоже. Есть порталы, на которых я стримлю. Попробуй там. Вдруг получится там. Будет у тебя хорошо. Жизнь покажется тебе прекрасной. Так. На данный стрим ранее присутствовала Star Citizen. Вот и заходил народ. Хотя... Сколько раз не заходил, так Star Citizen не увидел. Я думаю, не из-за Star Citizen заходил. Я помню, делал стрим по Star Citizen, но народу было не густо. На Forest пруд, пруд и пруд. Почему-то не видел, потому что там нечего было стримить, и мы где-то, ну, полчаса, часик, пару раз стримили Star Citizen, показали свободные полеты, показали, что там, что за Arena Commander. Ничего интересного пока. Графика, да, неплохая, но пока скучно, вяло и не круто. Поэтому смысла стримить нету. Плюс они еще бабки сдирают за все это дело.
Высасывают прям, высасывают. Знаешь, нашел к чему придраться. У кого-то тут и 5 зрителей нет. А вы, Адольф, совсем обленились принимать заявки фан-стрима. Решили проблему кардина. А, ну, в принципе, да, да. Чё-то я не могу найти это место, друг мой. Мы правильно бежим? Скажи мне. Не туда бежишь. Форесте разнообразие. Ну, по крайней мере, мы сейчас кое-что придумали интересное. И попробуем это сделать. Нашли вот топорик. Теперь вы все знаете, где его найти. В лагере теннисистов. А куда я бегу-то не туда? В другую сторону? Видимо. Пробежала я, да? Это место чудесное. Уже темнеет, черт, опасно становится. Так, ребят, а Twitch работает еще? В плане чат. Кто-нибудь может на Twitch в чате прописать там тест, посмотреть? Так, пробеги. К морю там левее будет гора. Прямо в 100 метрах. Вот это. Вот там. Вот куда я смотрю сейчас. Нам надо переплывать еще туда. Что-то я... А, да, она в самой этой. В самой попе. Ну, поплыли. Я понял. Ну, поплыли, коль не шутишь. А что мы там сможем... Так, а как нам палку заточить? Кто-нибудь помнит? Обычно я ее всегда находил. Для ловли рыбы. Здесь рыба-то вообще водится. Как мы здесь будем выживать? После пробы Star Citizen у тебя не возникло чувства, как будто ты выкинул деньги в окно? Знаешь, сливка. Слива лиловая, спелая садовая. У меня возникло то чувство, когда я просто... Когда у меня пару гопников отобрали в детстве 1500 рублей... И мне было так обидно. Я не смог ничего сделать. Я был маленький очень. Вот это чувство. Рыбу можно, но палка нужна. Палка-ковырялка. Заострить ее как-то. Честно, я не помню, как ее заострить. С чем комбинировать. Мы можем с камнем закомбичить, но это не то. Палка. Чем заточить ее? Вот в чем вопрос. На пляже она была. Ну, друг, я на пляж не побегу, и сейчас мы уже в такую опу вылезли. А мне кажется, ли на Good Game для чего точить, чтобы рыбу ловить? Или можно топором в воде рыбу лупить? Зачем ты в детстве носил с собой пару тысяч рублей? Ну... Я не помню, по-моему, в бассейн оплатить бассейн. Мама мне дала денег, и я их... Ну, это грустная история, давайте не будем. Мне вспоминать, я вот до сих пор помню лица этих людей. И очень хочу их встретить сейчас. Но не получается, да, к сожалению. Вот это место, да? Та-та-та-там. А вообще я считал, что надо к камню приложить. Приложить к камню часть своего... Приложиться к камню, прильнуть к березоньке. Точить нельзя, да. Давайте, нам надо делать костер, а то мы сейчас помрем. Тогда делаем хороший костер.
Так, я не вижу, если честно, здесь где будем. Ладно, давайте в лесу пока. Там же будем рубить. Найди и форс с ними сыграй. Да, просто коктейль Молотова. На-ка тебе, Дгопарь. Давай. Гори ясно, чтобы не погасло. Сейчас встретишь, они у тебя зарплату отнимут. Нет, друзья, черный пояс по карате не даст им это сделать. И зеленый по балетным танцам. Ни за что. Ни сегодня, не в этот раз только. Где камни-то светятся? Камни надо? Надо камни. Где? Сейчас я еще подкачаюсь, и все нормально будет. Только не балет. Я их тройным па просто их обездвижу. С того дня ты бросил плавать? Нет, я сейчас хожу в тренажерку и плаваю в бассейне, там нормально все. Парей этих не встречал. Возможно, они в том старом бассейне плавают, в котором я в детстве ходил. Привет, Тос, привет, Астик, привет. Привет, привет всем. Так, греемся. Давайте хижину надо забабахать, чтобы как-то засейвиться здесь. А то это не дело, правильно я говорю? И чтобы нам видеть, где дом, если вдруг нас в пещеру утащат. Мы скоро умрем, если не будем пить и есть. Так, а болеть, чтобы быть круче. А, балет, наверное. Чтобы круче свертухана, да, именно так. Просто свертушечки. На-ка тебе пяточкой. Что у тебя за микрофончик? А что, клевый? Хорошее, слышно? Нормально меня слышно? С микрофончиком с этим. Это Blue Yeti. Blue Mic Yeti. Наверное, знаете, такой довольно известный микрофончик. Ух ты. Пацаны. Мне кажется, ли это еще один желтый топор, или я выкинул просто его тогда. У Пептара такой же неплохой. Да, неплохой, мне очень нравится. Почем ты выбрал? Рублей 7? Нет, то есть за 5 рублей. Прям в Apple Store я заказал из Москвы. Мне привезли за 5000 рублей бесплатно с доставкой. Домой прям привезли. Я очень рад был этому. Работает исправно. Главное, поднастроить его хорошенечко и все. И не будет ни шумов, ничего лишнего. Да, за 5. Прям в Apple магазине. Тест отлично. Спасибо, что потестили Кибергейм. Чатик на кибере работает. Четвертое есть бревно? Есть. Отвич нифига. Твою мать. Какие-то чушканы опять идут. Убегаем нафиг отсюда. Надо сейчас молотов. Давайте молотов быстренько. Чпок, чпок, чпок. Сейчас мы их закидаем. Не в этот раз. Он один. Если один, то так справимся. Если не один, то молотов сразу берем. Сейчас мы твич настроим. Голову лишним не бывает. Точно говоришь. Где? Один? Привет, друг. Ну давай, плюс 50 дэмэджа, топорик испробуем новый. Мы и есть хотим. А, да что такое? Что за хрень? Этот чат не дает мне поесть.
Черт. Вот это да. Вот это было, конечно. Вот сейчас поем. Твич не видит. Не видит. Сейчас, ребята, разберемся с Твичом. Буквально секундочку, пока головы там не улетели. Ладно, потом их соберем на острове. А, вот это да. Так. Сейчас быстренько твичик поправим. Опять этот, мать его, маленький Twitch TV. Ну, вот теперь. Отлично, Twitch встал на ноги. Наконец-то. Приветики, привет. Привет, Агаси. Всем привет, друзья. У нас тут интересная тема. Мы строим в The Forest, естественно. Мы строим пентхаус. И это здорово. Так, а не знаешь, как он вообще к посторонним фумам? Допустим, если кто-то в комнате говорит, или же он ловит только... можно поставить... Тут разные есть вариации переключения прямо на микрофоне. Можно поставить для двоих, то есть диалоговое, и он будет меньше ловить посторонние шумы. Но понятно, если кто-то будет громко говорить, чувствительность у него хорошая, я тут убавил, и более-менее стало хорошо. То есть надо поковыряться немного. Ух ты, как дерево стоит. Ну ничего, это нетрудно разобраться. Если будут вопросы, пиши в личку мне ВКонтакте, допустим, я помогу с этим делом. Привет! А, это Агаси спрашивает. Я думал, меня спрашивают, ты он или она. Думаю, ничего себе, по вебке, неужели не видно, кто я? С бородой. Я Кончита. Господи, вы этого не слышали. Поспим, отдохнем. А зачем костер перед домом? В Париже на него внимание всегда обращают. Да чтобы не замерзнуть. Да и пускай нам головы лишние не повредят. А, не перед домом, просто дом у нас не здесь будет. Мы его сейчас, мы будем большой пентхаус строить. Так что... А то будем его строить внизу у водички, у моря. Очень в таком красивом море. Что ты не пойдешь? Иду, вот я сохранился, сейчас идем. Покажем людям это место шикарное. Так, вот это же место, да? Правильно? Вот здесь можно строить внизу, да? Просто рубим бревна, они туда скатываются. И мы что-нибудь там... Нет? А где? Правее, левее? Не тот? Блин, ну ё-моё. Не тот склон? Как же нам тут найти? Ну давайте походим. Как, вроде по карте-то всё то. Через гору сзади? Ну, давай попробуем. Ух ты, тут какая бухточка. А, вон он, да, сзади. Точно. Я видел. Так, ребят.
всех большая просьба вот здесь на СКД ТВ поставить плюсики вот здесь. Выдвигаем рейтинг в топ, нас повыше. Очень большая, ребят, я вам буду благодарен. Даже на GoodGame, ребят, ставьте плюсики, пожалуйста. Так, на Кибергейме все работает, чатик, все нормально у вас, ребят. Вот тоже, ребят, на Gamers TV, пожалуйста, ставьте плюсики на СК2, я вам буду признателен. Вот. Здесь, да? Все хорошо на Кибергейме, отлично, спасибо. Вот оно место-то. Козырная. Мы не упадем отсюда. Да? Хлопло. Да, чуть дальше еще. Да-да-да. Вот туда. Хорошо. Вот на конце, на краю карты нас будет не видно. Мы. Плюсики пошли без проблем. Пригодились мои три акка на СК2. Красавчик, Агасит. Спасибо тебе большое, ребят. Всех большая просьба поставить плюсики. И еще не просто плюсики, а еще в комментариях внизу написать плюс и что-нибудь там приятненькое или неприятненькое. Ну, что-нибудь, что душа просит. Это тоже влияет на рейтинг канала. Так что вообще будет респект просто вам огромнейший. Вот здесь, да? Вот, смотрите, сколько места. Они же, они как раз и падают и не скатываются. Вообще... Кул. Братюня, спасибо тебе за инфу про это место. Вообще огромный респект. Это Киклопла. В чатике его можете благодарить за это чудеснейшее место. Я чувствую уже просто, как буду здесь обустраивать свой пентхаус. Места тут много. Да, действительно много. Давайте посмотрим, куда, где будем ставить. Где пошире, поширше. Поширше. Вот здесь и будем, да? А вот уже край здесь. Вот здесь, наверное, не скатится, да? Дошел я до этого? У меня 2К, держи 2 плюса и коммента. Спасибо большое, ребят, спасибо, я вам очень благодарен. Фоллоу, ага, вернись, а то ты за краю карты выходишь. Как, ребят, кстати, цветную вебку делать или черно-белую? Как кому нравится больше? А уже все, край карты. Там дальше нельзя бегать, говорят мне. Вернуться просят. Цветная лучше, да? Я на цветной смотрюсь круче. Да, нет. Цветная. Ну, все за цветной. Понял, добро, будем тогда с цветной. Еще вот просто вот так вот делаем. Я тут недавно... Меня потроллила моя жена, будущая. Блин, я говорю об этом. Будущая жена. И купила мне для стрима специально очки в виде пикселей. Можете заценить. База данных устарела. Вот такие вот. Вот такие очки. Она любит меня троллить постоянно. И просила, чтобы я в них стримил. Господи. Розовые с черными. Ну вы заценили, да? Вы заценили ее юмор? Дай только повод. Мне идут очечки, да? В виде пикселей, видно? Господи, это жесть. Конечно, очки крутанские, но... Блин, просто пиксели, она сразу... О, игры, значит, надо любимому... Братец, красава, мне бы еще помочь, нужна тачка... Это не мне, наверное, да? Нужна тачка. Негодяев катать. Красавый. Очки нечетко, да? Вебка квадратит. Блин, вот такие вот. Не знаю, как вам видно. Пиксели, видите, да? Ну, такие. Ретро. Не знаю, как я долго в них смогу просидеть. Тут вроде обычные стекла. Не снимешь, уберу 2 плюс и 2 коммента. Очки какие-то квадратные.
Он шарит в мире моды, не снимай. Четче вебку, одни квадраты. Слушай, если у тебя одни квадраты, ребят, вебка же четко, да, снимает. Если у кого-то квадратики, значит, что-то у вас, наверное, может с качеством стрима. Оставь, сейчас рейтинг на СК2 полетит вверх. Подумай. Не, ребят, я не... Ничего, если вам это... Мне просто... Вебка четкая. Нормально. Родная просила, чтобы я хотя бы провел пару стримов в этих очках. Все норм с вебкой, отлично. Начинаем рубашить. Здорово, здорово. Привет. Че, вообще ужасно? В очках. Очки четкие тоже. Да я троллю. А, ну все нормально. Нормально. Ну как, я просто плюс 2 плюса и коммент на СК2. Я не мог такого отказаться от такого, поэтому. А можешь на дерево залезть и там топором махать? Сейчас попробуем, давайте на свежее. На рубленое не хочу залезать, а то мало ли что случится. Так, бревна остаются, не падают. Вообще отлично, не укатываются. И там отлично. Просто бегай, собирай, не хочу. Давайте попробуем сюда залезть. Ладно, раз Тянка просила. А кто такая Тянка? Я надеюсь, это не оскорбление, потому что просила моя будущая. Да ладно, по деревьям так лазить умеем. И что это? О, закружилась голова. Такое чувство, что резкость завышена на вебке просто. Резкость завышена. Если будешь стримить Майнкрафт, пойду для образа. Подскажи, как от бага пропадания вещей избавиться после загрузки? Баг пропадания вещей должен быть пофиксен уже. Как я помню, разработчиками. Уже фикс от 6 числа должен быть. Тянка — это типа девушка. А, ну все нормально, значит. Не ругательство, и то хорошо. Не надо, ты умрешь. Тянка женщина. Понял, понял. А это по какому языку? Это может просто сленговое какое-нибудь, да? Я просто правда не знал. Бывает всякое же. Тянка, портянка у меня вот только так вот как-то ассоциируется. Так, давайте поедим. Тян по-японски. А, тянка, портянка. Ну, да, лучше пускай будет женщина. Так, от японского. Не надо, умрешь. Так, давайте, хотите, я вот сейчас могу поэкспериментировать с вебочкой. Что тут у нас? Четкость, да? Четкость завышена. А если на троечку сделать четкость? Вот как сейчас будет, ребят, зацените. На трайбанчик. Сколько знатоков японского... Я тоже, кстати, заметил, Агаси, сколько людей ответило сразу, что это девушка. Просто там все. Да это девушка, пацан. Такое ощущение, что вы, знаете, есть какой-то стрим японского языка, и вы все смотрели там его, или ходили в группу по японскому. Обращение к младшему. Вокруг глаз непонятные квадраты, в остальном все окей. Ну ладно, ребят, я потом посмотрю. Мне вроде показывают, что нормально все, но не знаю. Просто анимешники все. А-а-а, четкий пацанчик. Блин, крутое место, мужик, крутое. Видите, да, если я не ошибаюсь, Киклопла? Просто крутое. Почему без текстур? Что без текстур? Было лучше? Да все сколько хорошо, от качества видео зависит еще. Квадраты — это он троллит про очки. А, очки квадратные, ребят, так они по форме такие квадратные. Вы чего? Я ж что и говорю. Форма квадратная у очков. Пиксели, в виде пикселей. Тык-тык-тык. Че она мне и купила? Я же, ну, как она меня считает задротом таким. Может, конечно, я и есть, но в свободное время я не играю, а стримлю, правильно? Ну, в плане просто так я без стрима не играю, потому что уже как-то неинтересно, не тот кайф. Вот. Ну вот она меня считает таким. Ну, любит. Любит меня такого. Вы представляете? Это надо ценить, друзья мои. Это надо ценить.
Где трава? А, ты не играешь. Я не играю. Нет, нет. I don't know. Тут это слово любят, наверное, потому что вопрос, если у тебя тян, звучит менее болезненно. Тян. Я знаю только одно по-японски. Унь-тюнь-цай винь-зянь-пей. Или как там? Сунь-хунь-цай винь-зянь-пей. Я не ругался, если что. Это японский. Не, я корейский знаю. Я же на корейском заводе, в корейской фирме, где корейцы, которые едят собак. Так. Снял. Нет, не снял. Нормально, протер. Всех пронизывает боль, когда им задают вопросы. Я не догоняю твои мысли, Агаси. Обратно одел. Да, я просто протер. Давай одну минуту стрима на корейском. Аньосио. Это приветствие у них такое. Здороваются они так. Я знаю ругательское слово по-корейски. Очень-очень плохое. Но я не буду озвучивать, потому что это, как я понял, в корейских кварталах где-то в центре меня могли бы за это избить, а в какой-нибудь подворотне расчленить и закопать. Так. Скорая помощь по-японски. Кому-то хероват. Да, забавно. Может, планировку сначала сделать? Бревна же багуют, исчезают, как бы. Там фузы не уж. Блин, я надеюсь, что они не будут. Ух ты, у меня тут. Ого, столько бревен. Е-мое. Так, где высоко? Давайте посмотрим самую высокую точку. Точнее, самую большую платформу. Где нам начать? Прямо здесь и начнем, да? У края. Вот здесь прямо начнем. Так, как будем домик ставить? Куда лицом? Где будем заход делать? Так, еще один совет, не знаю, будет ли у тебя так, но у меня было. На шифте спускался быстро. Я пенек умер, так что аккуратнее спускайся. Ох уж этот пенек, мать его, да? Ох уж этот пенек. Это да. Море, как обычно. Зерги, да? Блин, да, пеньки это опасное, опасное место. Так, сколько у нас здесь? И что у нас здесь? Песочек? Такой обрыв. Красиво, да, ребята, у нас тут? Значит, сделаем... Блин, а где начнем домик-то? Может быть, туда? Давай до минус парой крыльев. Сараями, огородом и курятником. А курочки мы, курочек мы где возьмем? Кто курочек предоставит, ребят? Давайте, кто подгонит курочек нам? Признавайтесь. Так. Два входа на лес. И на море. Да, неплохая идея. Так, встретительные пеньки в игре. Так бы в жизни, да, такой идешь. Пенек споткнулся, упал и умер. Ну, что-то как-то не айс, да? Ну, давайте тогда. Я могу достать пару чикс с вас карты и водкой. Хочешь пентхаус построить с курвами? Лучше Майнкрафта не найти. Ребят, честно, не играл ни разу в Майнкрафт. Извините меня, конечно, но как-то не удалось. Сколько раз туда ходил, как-то не удалось. Не удалось. Если вы помните этот прикол. Так, давайте уже построим дверь. Родная дверь. Все-таки сверху лучше видно. Где ширше, где пошире, где побольше места. Вон здесь побольше. Лесничий такой будет у нас пентхаус. С чиксами и курочками. Было так легко. Но на шею бросили.
Так, нормуль или еще подвинуть? Не, давайте вот так вот прямо. Во, ну что, поехали. Значит, по бокам окна. Не туда, вот. Вот так. Не то выбрал. Вот так. В порядке получается. Твич опять не... Да, ёк-макарёк. Сколько можно, друзья мои? Спасибо, что вы мне пишите, ребят, про Твич. Я его скоро просто... Постоянно, что ли, прописывать мне свой ник? Ну что, это не дело. Было... Так, надо Твич-то чикнуть. Да что-то он, мне кажется, много. Версия 001, да. 001, через 4 дня будет версия 002 уже. И мы будем стримить, конечно же. Отлично, все, Твич работает. Спасибо большое за информацию, ребят. Как-то я криво поставил, да? А мне кажется, что я криво поставил. Блин. Настало время поиграть, раз уж очки есть. Да, только не на склоне. Дом забагует и будет в землю уходить. Но на склоне нет. Вот там, да. С меня лодка, с вас все остальное. Мне не нравится, я криво поставил. Я сейчас здесь делаю сейф. Попробуем сохраниться. Интересно, сработает ли этот мой план? На гору окна, а мы сделаем... Кстати, да, это... Это да. Что-то мы не подумали. Прям на склон так раз выходишь, и то у тебя просто перед лицом земля сразу, да, в окно смотришь, там земля такая, там чернозем, там этот... всякие сорняки растут. Ты стримишь и еще стримить Happy StarCraft 2. Не знаю, что смотреть. Блин, мне, конечно, приятно, что ты делаешь выбор между мной и Happy, потому что Happy это все-таки, ну, сами понимаете, известный игрок, просто про игрок. А я, так сказать, еще пока что на палочке. Бублик. Стой, 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 бревна, стойте. Стойте, стойте, я вас догоню. А ты себя схватил. Вот. Так что я буду тебе, конечно, уже спасибо за сравнение. Как тебе новый топор? Великолепный новый топор. Я обожаю этот топор. Я его люблю теперь. Теперь люблю этот топор. Здесь будем пока отдыхать временно. Я сохранялся, но мне бежать до того сохранения далековато, если честно. Поэтому я хотел бы здесь. Но хотя мы бы, наверное, быстрее добежали. Блин, ничего не видно вообще. Ничего не видно. Так. Построй вдали костер, чтобы пари к нему тянулись. Классные очки, ты секси. Я надеюсь, это сказала мне девушка. Ну, спасибо. Спасибо за очки. Мне любимая история от очков какая? Думаете, я купил просто все очки? Нет, меня моя любимая троллит, как всегда. Она любит меня троллить, постоянно троллит. И получает от этого огромное удовольствие. Вы даже не представляете, какое. Вот. Она увидела очки, что они такие квадратные. В стиле там ретро, кубизм, там, пиксели.
Не Хэппи, а Хапа. Ну, Хапа тоже хороший стример, тоже у него много людей онлайн. Ну, там карты шарит вообще. Так что мы с ним бываем друг у друга на стримах даже, это здорово. Может, когда-нибудь подружимся. Будем вместе стримить что-нибудь. Кстати, предложите ему, ребят, кто смотрит Хапа, предложите вместе что-нибудь постримить. Скажи, что Леха хочет, Волкофрения хочет вместе что-нибудь замутить. Я думаю, будет здорово. Кооперативный режим добавят, может, и форус вместе поиграем. Да ты рульнее, ну спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Мне очень приятно, честно, честно. Потому что я только недавно начал стримить, и уже мне такие комплименты, просто бальзам на душу. Значит, не просто так я это делаю. Значит, кто-то, кому-то нравятся мои стримы, а это здорово. Так, со скольки ударов он валит Чучмека? Раз 12, наверное. Но он, мне кажется, я наношу меньше ударом этим топором, желтым с кровью, который по Чучмеку, нежели обычным или пожарным. Не слушай пекари, я как раз сказал. Стоять. Куда вы все катитесь? Так. Зачем туда бежать? Ты уже сохранился там. Дело в том, что я сохранился. Но мы после этого нарубили кучу дров. Не хочется просто, чтобы это терялось. Поэтому я сделаю сейчас здесь сейф. Он нам понадобится, в принципе, и не на один раз. Во. Мы сейчас поспим, сохранимся. Как у тебя отношения с будущей тещей? Это, конечно, такой личный вопрос. Но знаете, отличный. Я подарил ей iPhone свой, 4-й. Так что она счастлива. Нет, замечательная женщина. Я очень благодарен ей за то, что она родила такое прекрасное создание, которое у меня есть. Которое меня троллит и покупает мне очки розовые с пикселями. Зная, что... о. Лёшка у меня задрот, надо ему очки купить. И как раз для него. Вот. Так что с такими очками подружимся. Это что за троллинг такой? В КОП будет целая гора пацанов, которых надо искать. В коопе будет, по-моему, до 4 человек кооперативный режим. А что это я сохранил? А, давайте загружаться. Давайте еще раз поспим на всякий случай. Мало ли, сейф не прошел. Наивный ты все равно заново будешь рубить. Нет, только не нет. Так, придется выйти, да? А, лот. Так. Нет, только не рубить. Главное, чтобы деревья. Ладно, порубим, но чтобы деревья были на месте. Так, пока у нас тут грузится... ребята, мы тут начинаем опять в топ врываться, да? Опять в топ начинаем врываться. Обгоняем всех потихонечку. Уже 78. Здорово, здорово. Молодцы вам. Респект. Так, где мы? Где? Нёоо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 ен. Ну почему? Где скачать патчик к этой игре? Походу, у меня не обновилось ничего. Попробуй в Стиме, прям в Стиме это обновляется. И в Стиме на игру правой клавиши, история обновлений и так далее. Там можешь на крайний случай удалить игру и заново ее установить. Он заново будет докачивать тебя все обновление. Нёу, почему? Почему? Гамма достойная, стоит пощупать? Стоит. Мало того, я ее разыгрываю. Бесплатно, может быть, ты сможешь ее и выиграть. Поэтому. Вот здесь. Где тут? Сейчас я вам покажу. Вот моя тема, мой паблик. Вот я прям на тему вам скину. Вот вступайте. Вот здесь розыгрыш. Розыгрыш. Условия конкурса розыгрыша. Везде вам кидаю. Надеюсь, этот Twitch работает. Заодно проверили. Кибергейм работает. Все нормально. Все окей.
Вот. Ну, здесь, как всегда, гухо троллим постоянно. Ну, что делать? Так. Вот, так что, ребята, вступайте в паблик мой, там анонсы стримов, ссылки на записи вводов всех стримов моих на YouTube, Туб ТВ. А карту где взял? Карту мне нарисовал добрый человек, Киклопла, он в чате у нас, так что, если что, по поводу карты можете к нему обращаться. Он молодец и сегодня нам просто шикарное место нашел. Да, ему респект огромный. Так, друзья, давайте поставим плюсики на СК2 ТВ вместе. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. Ставим, друзья. Я вам буду очень благодарен, если вы поставите плюсики, перейдете по ссылке на СК2 ТВ. Тем самым и напишите комментарии внизу какие-нибудь. И тем самым мы поднимаем рейтинг нашего канала. И он будет все выше и выше в топ уходить. Это будет здорово. У нас будет больше. И вы мне очень поможете, ребята. Заранее вам спасибо за это. Так, поэтому мы сейчас идем. Надеюсь, инвентаре. Блин, они же пофиксили. Они же пофиксили, у меня пусто в инвентаре. И топора нет того. Но... Хорошо. Хоть берется что-нибудь? Берет. Видимо, это неизбежно. Ладно, топор мы найдем еще, я думаю. Потом. Не страшно. Топор. Ночью все вещи с Рулфейсом свалили по домам. Мне кажется, так оно и было, если честно. Так, как нам ставить? Надо четко поставить. Вот так. Нет, так не четко. Так, четко будет? Так, мне кажется, будет ровно. Тень. Ровно же. А, нет, с окнами нам надо сразу окна ставим. Нет! Почему ты перелистнулась? Так, ладно. Можешь заново начинать. Или за едой иди, а то так ты ничего не сделаешь. Где карту можно посмотреть? Карту можно посмотреть. А, давайте я могу... А! Могу вам ее, не знаю, залить куда-нибудь. А давайте я ВКонтакте вам ее залью. Что-то игра сейчас прогрузится. Так, да, действительно, у меня же ничего нет. Ни еды. И как вот здесь выживать теперь? Есть животные? Слушай, а как ты выживал тут, Киклопла? Скажи мне. Спать можно? Но загружаться нельзя. Так. Потом будет пропадать еда. То есть ты будешь ее подбирать, а в инвентаре она не будет появляться. Сначала это происходит с рыбой, потом с варанами и зайцами. Жду патча. Да ладно. Мы же только что палки, допустим, подобрали, и они подобрались. Хотите сказать, что еда не будет подбираться? Палки подбираются, а еда нет? Правильно я понимаю? Перезагрузка не помогает. Так, давайте
Ладно, ну ВКонтакте потом тогда загружу карту вам. Ребят, в моем паблике будет загружена карта эта. Так что потом посмотрите. И карту, и скрины. Благодаря все Киклопла, это он все сделал. Ему респект и уважух. Вот палку мы подбираем. В руках она у нас есть, да, вторая. Подбирается нормально, ребят. Все подбирается. Единственное, мне кажется, то, что вот пропала еда. И что мы будем делать? Пока этих зверолюдов никак. Ни кроликов, никого здесь не прыгает. Почему? Где мы будем? Давайте. Тут только малинка. Только ее ел. А так со старта набирал 4 рыбы, зайца, варанку. Здесь шоколадок и выживал. Ну и плюс малинка. Малинку-то, конечно, блин, долго ты не поешь. Диатез будет. Или аллергия пойдет. Нам надо что-то посочнее. Если мы отсюда будем в походы ходить за едой, периодически будем строить. Что случилось? Отошел на минуту, это опять голос палкой. Дело в том, что мы криво поставили дом и решили загрузиться. Я же сохранился, естественно. Я загрузился, и оказалось, что фикс у них не заработал. И все вещи пропали. Ладно, вещи пропали, но у нас еще и еда пропала. И малинка. Малинка только осталась. Еда пропала. И как выживать там, если у нас пусто, еды нет? Мы долго там не построим ничего. Уже желудок просит еды. Рыба здесь есть? Блин, печальная история. Загрузка работает только после смерти. Да, мы это, кстати, проверяли. Мясо аборигенов, много калорий. К сожалению, пока есть их нельзя. Здесь рыба будет? Что это такое светится? Отражение? Может, вот в таких вот маленьких прудиках рыбка-то есть? Рыбку мы бы ели с удовольствием. Баги с водой все те же. А что за баги? Без рыбы? Варан! Я понял, вот сюда мы будем ходить. Вот и кролики появились. Птички залетали, защебетали. Вараны забежали, зайки запрыгали. И вроде все хорошо у нас. Еда есть. Так, траву я убрал. Или это наоборот, я поставил траву? Много травы. Нет, мало травы. Чтоб видно было всех прыгающих существ. Ать-ать-ать-ать-ать-ать. Стоять, солдат. Так, тут ловить, конечно, тоже серьезно. Куда все делось? Баг сохранения. Точнее, загрузки. Загрузились. Вещи пропали, бревна пропали, которые мы нарубили. Это настройка на максимум графики? Да, настройка на максимум. Хайт. Единственное, я отключил размытость при поворотах, потому что она немного раздражать стала. И траву поменьше, чтобы видно было грызунов всяких, которые прыгают тут.
Морские рыбки, конечно же, здесь нет. Только вот так вот несколько. Почему-то у нас один варан. А кроликов мы не убивали еще. Интересно, броня пропадает, когда загружаешься? Колор. А, еще кукалор есть. Вот такой колор. Что-то какой-то синий колор стал. Где вся живность? Ребята, это, блин, трудно найти в этих камышах. Я вижу тебя. Все, и пропал. А, некрасиво, когда трава рисуется. Ну да, давайте тогда. Че, он все равно рисуется? Ну-ка, хайд просто. А, понял. Про бак еда накладывается друг на друга, нормально все, да. А вот все, у нас исправили траву. Трава видна. Получается наполнение инвентаря невидимым предметом. Не. Предметов просто нет, это про еду. То, что мы сейчас подобрали, мы еще же подбирали их, правильно? У нас много было этих варанов-то. Несколько штук мы убили. Но у нас она один, как отображается. Но он не один. Просто он друг на друге как бы лежит, якобы. И мы уже голодные, мать вашу. Давайте варана съедим. Игра еще не оптимизирована, да? Все еще рисуется. Итак, происходит баг с пропаданием еды. Ну-ка. В инвентаре нет варанов? Блин. Все-таки вот так вот, да? По одному. Че так постоянно бегать? Как-то не айс. Одного убил, пожарил, съел. Понятно. Одного взял с собой, да? Ой, это же как геморрой-то, ребята, вам не кажется? На-ка, траву. Траву сломал. Так. Так что будем делать? Либо мы быстро строим, но как быстро? Постоянно выбегаем сюда, убиваем варана одного, едим, берем одного с собой, бежим сюда, домой обратно строить. Голодаем, опять едим. Начни сначала, не трогай аборигенов. Со всем добром сюда, и все будет супер. То есть я успею построить дом, у нас останется еда, и мы будем уже просто путешествовать, ходить, изучать остров, да? Я так понимаю. В принципе, да.
В этом что-то есть. Ох, ну давайте. Место это запомнили, да, где? Exit to Windows заново запускаем тогда. Так, друзья, давайте пока у нас тут запускается игра. Угу. Давайте мы с вами проголосуем, не проголосуем, а поддержим мой канал на SK2TV, поставим там плюсики вот здесь, все вместе, и напишем комментарии. Вот, это обязательно, ну как обязательно, я буду вам благодарен, если вы подпишетесь, поставите плюсики, будет вообще здорово. Вот, и в топ мы будем потихонечку вводить наш канал. Вот, я вам так вот скинул всем вроде, никого не забыл. Так, давайте тогда нажимаем старт. Ребят, подписывайтесь на канал, конечно же, если вам нравится трансляция моя. Есть кнопочка подписаться над или под плеером. Вы будете в курсе анонсов. И мне приятно сделать, конечно. Тут, правда, еще по дороге лежит ракетница, но пока про нее еще объясню, где она. А была бы она вообще идеально. Они тут редко. Они редко туда приходят. Так удобнее было. Да, согласен, да. Ракетница тоже хороша. Попробую удалить и заново поставить. Может, загрузки пойдут норм. Да, попробую удали, почисть. Прям вот все, папочки. Чтобы он закачивал, сам докачивал обновы. Почейте. А еще заметьте, у ребенка сзади на затылке полоска. И голову как будто шили. Как будто плюшевая игрушка, а не ребенок. Заценили? А у мужика, как всегда, писюн вылазит. Ать, видели? Когда он садится. Пугает меня этим каждый раз. Пугает. А что, если я вот сохраню, сейчас закончу, допустим, да, играть, и у меня же все, если я загружусь, пропадет. Вся моя еда, да, там, опять. Правильно я говорю? Просто такой этот летчик, пилот. Да, и глаза отдохнут. Ясен болт пропадет. Блин. Да, первое, что он делает, съедает всю еду. Дело в том, что мы с вами сейчас за минут 40 не успеем построить дом, и у нас вся еда пропадет. О, как-то это все. Здравствуй, держи плюс. Привет. Спасибо большое. Привет. Вчера купил себе игрулю. Красавчик. Игруля здоровская. Правда, еще сыровато, но все равно уже играть приятно. Блин, что делать будем, ребята? Как быть нам? Может, все-таки на пляже строиться будем? Как вы думаете? Там и еда рядом. Ну, будем подольше строить, конечно. Давайте на пляже, может, а? Или нет? Давайте проголосуем. Кто за пляж, ставим плюс.
Давай пляж, там пейзаж красивый. Плохо, что пока кооператива нет, за пляж плюс, ага. Там хоть нам не страшно терять вещи, потому что там рядом все и еда, мы сможем быстренько найти. Как вы думаете? Другие варианты. Но для того, чтобы нам построить большой особнячок, большой прям особняк такой, нам надо много места на суше, где рядом бы росли деревья, много деревьев. Это есть либо на пляже, либо вот в том месте, где мы сейчас были. Но там и нет еды поблизости, и приходится постоянно выбегать, убегать оттуда, чтобы поесть. Представляете? Не очень иду. Место, конечно, шикарное там, я не спорю, но, блин, вот с едой какая-то запарка. Просто если, допустим, я сейчас закончу играть и потом загружусь, еды не будет, а достраивать надо и туда-сюда бегать. Так. Я в центре острова строился, правда, каждую ночь дох и загружался. Красава! И в этом есть тоже своя романтика, конечно же. Давай прямо у самолета. А самолет неинтересно. Нам, мы строим большой особняк, пентхаус двухэтажный. Ребят, двухэтажный, понимаете, огромный. Здесь как бы места маловато для этого. Нам нужна такая обширная территория, гладенькая, ровненькая, чтобы было все красиво, все четко. Думаешь, в сейве он сохранится? В сейве сохранится, я уверен. Я уже пробовал, все работает, сейв. Только единственное, когда загружаешься, пропадает все из рюкзака. Это вот как-то это смущает, понимаете? Немного. Немножечко так-то. Советую возле лужи с рыбой строиться. Нет трабл с едой после загрузки. Вот там, там есть и лужа с рыбой, кстати, рядом с пляжем-то. Там есть еда вообще. То есть после загрузки проблем не будет. А на воде можно? Ну, можно на пол воды. Ну, как, в воде по колено строить можно. Куда успели? Когда успели? А вот я просто такой читер и могу двухэтажные дома строить. Я вам покажу потом, как. Кроля, прости. Ох ты, кроля какой убежал. Хотел извиниться, что его убиваю. Но не пришлось, он спасся. Вараны, отлично, вараны. Вараны, вараны, подходим. Не тушуемся. Тихо-тихо, кроль, ну давай хоть один. Так. Попробую на воде построить. Ну как, по колено в воде. Ну как-то там сыровато. Конечно, можем попробовать. Одну комнатку можем туда вывести, в воду. Чтобы был водный бассейн у нас, в принципе, можно сделать вот так. Так, уже узбеки, чучмеки, или как их... как мы их называли-то? Гопники? Гопники пришли. Не узбеки. Ребята, извиняюсь. Неправильно их назвал. Я не против ни узбеков, ни чучмеков. Я не расист. Ух ты, как хорошо. Так что не обращайте внимания. Так, они где-то рядом. Бронюшечку мы собрали. Отлично, на фулл стоп брони. Стой. Так, все, ладно. Там мы взяли платки? Платы не взяли, самолета, бомбу делать не взяли. Но я повторюсь, ты добра наберешь и туда, как хочешь, конечно, дело твое. Так, еще ни один стример дом до конца не достроил, а тут двухэтажный сразу. Да, двухэтажный, пацаны, мы берем по максимуму возможностей. Где эти? Где эти гопари? Так, тогда берем и уходим. Все, бежим отсюда. Только куда бежать? Где водичка? Нам надо понять, где мы находимся по берегу. Так, что случилось с домом на пляже? Дом на пляже? Дом на пляже был криво построен.
Мы нашли новое место покруче, вроде как. Так. А вот и пляж. А вот и наше. Или не наше. Не это место. Ну, в принципе, пляж-то тоже здесь неплохой. Довольно-таки чистенький, белый песочек, желтенький. Так. Недостроенные постройки исчезают после загрузки. Переустановка не помогла. Блин, ну как так-то? Может быть, она у тебя все-таки пропачена до конца? Жаль, нельзя спилить кресло и запилить в доме диван. Да, вот это вот, блин, обидно. Маленький домик, потом строить большой. С игрой у него, думал, он думает, что у него не патчится она. Но Steam должен и так патчить. Можешь нажать правый и обновить. И, ну, правый на игру в Steam и обновить. Но мне кажется, у тебя стоит автоматически обновлять. Опа, как классно. Части тела, попки. Попки полетели. Та бабка Гульдия играет The Forest. Да, 002. Я думаю, он у тебя до конца пропачен все-таки. 002 скоро выйдет, ребят, через пару дней, через 4 дня. А вот и палка ловить рыбу. Классно. Рука покатилась, поползла. Не может такого быть. В принципе, да, в этом есть смысл здравый. Баран. Пойдем к лодке, да? Но тут, в принципе, неплохой видок. Лодочка. Давайте здесь построим домик маленький. Вот здесь вот такой, в сарайчике. Еда здесь есть. Вот здесь какой-нибудь сарайчик бахнем. Как, готовый поставим? Или будем так соорудим, сконструируем? Пристроечку можно сделать к скале. Давайте. Выход к водичке. Шикарный. Допустим. Надо будет уходить, как. Ну, в принципе. В принципе, да, нам надо здесь засейвить. Блин, все пропадет. Как же ж быть? Как неудобно. Как же неудобно. Так. Выход к воде, ночью холодно же будет. А как пол крышу делать? Двухэтажки я не научился строить. Я тебе покажу в стриме в понедельник с утра. Мы это узнаем.
Тем более 0.02 выйдет, много интересного, много нового. Я надеюсь на разработчиков, все-таки они не должны облажаться. Да тут туалет рядом, ну правильно. Место забавное, я видел какого-то стримера на нерусского, так он прямо тут на тот пригорке в самый конец это большое дерево таскал и дом построил. Я вот тоже туда таскал, бегал туда вот наверх за большое дерево вот туда. Ну пипец, это так долго бегать, ребята, едите просто калашматить меня семеро, это жесть. Я предлагаю, потому что уже 9, скоро 9 часов, предлагаю построить здесь и засейвиться. Вот здесь вот так вот у камня, вот здесь у нас будет хибарка такая. Да, я даже вот знаю, вот как вот это все пропадет, конечно, потом после сейва. Но мы потом поставим и обустроим к скале так, к скале чук. И будет у нас такой пляжный дом. Вы поняли меня, да? А-ля пристройка к скале. Как-то так. В понедельник я выходной. Красавчик, значит, в понедельник ты будешь смотреть все это. Все эти радости жизни. Я надеюсь, конечно, надеюсь, что ты придешь. Я вас всех, друзья, рад видеть. Спасибо, что вы смотрите, что мы здесь, все вместе с вами общаемся. Это здорово. Давайте под шумок плюсики поставим на СК2ТВ. Сейчас я вам скину, пока дерево падает. Друзья, давайте вместе с вами поставим плюсики на СК2ТВ. Вот здесь рейтинг, где возводим в топ нас. И комментарии обязательно пишем. Это тоже влияет на рейтинг. Я вам буду очень благодарен за это. Если вы мне поможете в этом нелегком деле. Так, все, всем кинул. Так. Я надеюсь, вас не затруднит зарегиться на сайте. Если кто, кого нет реги, там аккаунта. Так, а ты безработный или студент? Почему в понедельник утром можешь стримить? Я работный, и еще какой работный. И уже не студент, к сожалению. А может, и к счастью, конечно, но было время здоровское. Я работаю просто в вечернюю смену на следующей неделе. Всю неделю в вечерку, поэтому у меня работа с трех начинается. Точнее, с двух мне надо уже. Дня. Мне надо выходить из дома. Вот. Поэтому с утра я смогу стримить. У меня в понедельник зачет по русскому языку. Я буду тебя ругать на стриме тогда. Но запись будет, друг мой, запись будет, поэтому все хорошо. Если что, вдруг, ну, будет интересно, я, конечно же, кину ссылочку на запись. И вы сможете посмотреть все, кто захочет. Теперь сравни. Он туда таскал. И как я построил. Ну ты скрины так видел. Да, там деревья восстановились. А ты там можешь такое просто отгрохать. Я не знаю просто. Ну как ты с едой там, я не знаю. Это же как-то мне как просто. Видишь. Если бы долго я стримил, играл, то да, можно было бы. А если не вот так вот, там, на 2-3 часа, можем не могли не успеть, и это все пропало, и было бы не айс, ты же понимаешь. Здорово всем! Привет, Немезида, привет! Привет, родной! Да ладно, у меня в понедельник защита диплома. Ну вы даете, ребят. Завтра будут всех ругать тогда. Где еще одно бревнышко? Одно. Блин, всего лишь одно надо и то.
Добра тебе. Видите, у нас замечательная аудитория просто на стриме. Я очень этому рад. Вообще супер, ребята. Вам респект всем, всем добрым людям. Вообще респект. Так, отлично. Начало положено. Мы сохраняемся, спим. У нас уже ночь. Тут птичечка. Рубанем? Нет, не рубанем, не достать. А если с прыжка? Блин, улетели, черт. Так, мы сохранились. Значит, все хорошо у нас. Примерно, я вам покажу, что будет примерно здесь. Вот опять, вот почему она поставилась так, когда вы видели, да, она была развернута, я нажимаю кнопку, она поворачивается. Что за лол? Все теперь, да? Теперь все, теперь зигзагом, господи. А что, в принципе? Блин, а здесь надо было, а здесь окошко. Окошко, кстати, нормально получается, да? Так можно пошире было сделать. Но мы так прикинем сейчас примерно, что будем делать в понедельник. Здесь еще окошечко. Окошечко, я сказал. Стену. Солнышко не мешает. Да, видно, да, что мне в глаз светит. В один мой глаз. Ну, не знаю, получается, место нашел и начал все заново. Побежал туда со старта, с едой, засек, за сколько строюсь. Так мне вышло, что хождение и стройка дома за 82 заняли 35 минут. Классная игра. Сколько стримов смотрел, все таскают бревна. Да, это игра лесника. Просто. Просто леснич. Игра, симулятор лесника. Так. Дом своей мечты. А крыша? Крыша позже. Так, крыша будет позже, ребят. Нам еще второй этаж там. 40 ждал ничего, кроме симулятора лесоруба. Ну да, да, это, конечно. Как-то так. Здесь еще можно сделать дверку. Вот так, во. Круто. Там второй этаж поставим. Допустим, окно сюда. Стену сюда. Окно сюда. Неплохая хибарка-то получается, да, ребят? Как вы на это смотрите? Пам. И как раз к скале, смотрите, пристраивается. Круто же? К скале. Вообще шикарно. Как пол делать? А пол будет черновой. Вот такой. Песочек. У нас песочек здесь будет. Мы здесь брезент постелим. Нормально все. Так, где-то ребята. Гапари где-то рядом. Я слышу музыку. О, вот они. Ну давай. Так.
Че, горим? Кто еще? С самого начала стрима махаюсь с этими цифрами. Дом построил, посадил дерево, вырастил сына. Кто еще тут был? Последний молотов для тебя, друг. Или я попал, он в воду скатился. Ну, все хорошо. Так. Пол между этажами. А, а будем лесенку ставить. Тут же у нас лесенка есть. Кошечка. Да, кошечка там забыла. Но это я сейчас пока черновой вариант. Завтра мы четко уже с вами посмотрим. Вот, к скале пристроечка. Вообще шикос. Вообще зацените, да? Допустим, возьмем лесенку. Она должна куда-то пристраиваться. Нет, никуда. Так крутить. Ты что там ящики мои, чемоданы разбрасываешь, слышь? Эй! Блин. Промазал же. На тебе в ноги. Второй загорелся. Сколько вас здесь? Ай, тихо-тихо-тихо. Вот она... Не загорелась. Дропака от меня. Фига себе, домина. Да, ребят, мы еще не такое сделаем. Я вам обещаю, будет круто. Так. Игру прошел, всего в жизни добился. Если уж говорить, плиз, стримы теперь по вечерам будут. А, если уж говорили, говорите, плиз. Стримы будут по вечерам, но по вечерам, видите, у нас аудитории немного, получается, выходит. Потому что... Богдан, привет. Потому что много стримеров топовых, и нам тяжеловато пока еще пробраться с небольшой аудиторией в топы. В основном будет с утра, но вечером, вот да, у меня одна неделя утренняя, и вечером я смогу стримить. Вот она уже вот сейчас проходит. Следующей неделе я вечер работаю, и утром я смогу стримить. Понимаете, да? Потом я работаю в ночь, и утром я смогу стримить. Лесенки не хватает до второго этажа. А если нам стол поставить? Покушай, покушай. Блин, ногу бы съесть там что-нибудь. Юр с нами. Да. Привет, ребят. Привет всем, кто присоединился только что к нам. Буквально небольшой такой у нас макетик дома на берегу моря. Двухэтажный. Лесенка пока не долезает. Посмотрим, что будет. Как раз мы будем стримить в понедельник с утра. Где-то с 9 утра. Кто-то опять тут. Да вы смеетесь, что ли? На-ка тебе, прям чисто в ноги. Да ты какая, а? Ну а ты, друг, держись. И убежал. Опять друзей приводить будешь? На-на-на, давай. Думаешь, что тут умная самая? Просто голова чемодан.
Друзья, вы видите, голова-чемодан. Человек-чемодан. Давайте расщелкнем орешек. Ой. Сори. Так, лестница в стол. Все еще не хватает. Да, вижу. Лестницу на стол попробуй. Если лестница на стол, то нам придется... Да, кстати, это реально сделать. Это реально сделать, но нам придется достроить сначала лестницу, стол, потом забраться наверх. Вот так, чик-чик-чик-чик-чик. И там уже построить выше. Можно, можно, я уверен. Они понимают, что это только уничтожит много леса. Да, они, блин, гринписовцы, я смотрю. Пол на втором этаже я не собрался делать. Можно все столами... Да, если мы все столами обложим, то как мы будем ходить? Вот так, на картышах? В принципе, да, можем чердачок сделать. Ой, этот подвалик. Где картошка хранится, ребята? Погреб, во, погребочек такой. Будем так лазить, и раз, у нас второй этаж. Пок-пок-пок, мы ходим. Круто же, круто. Я замерзну. Да, я чувствую. Мне холодно. Греемся. Я тебя огорчу, лестница будет на пол ставить. То есть, если я даже наверх заберусь и на стол буду лестницу пихать, она не будет ставиться. Картошку храните. Спать буду, да. А не на картохах лежать. Ну, ребят, как-то так, пока идеи такие. Но вы знаете, все-таки в понедельник уже выйдет версия 0.02. Может быть, что-то изменят. И всякое может быть. Вы меня расстроили, черт. Эх. Ну ладно. Сейчас мы с вами потихонечку закругляемся. Друзья, давайте напоследок поставим плюсики на СК2 ТВ. Все друзья из Good Game, я вам буду очень благодарен, признателен за эту помощь. Будем в топ выводить наш плеер. Вот по ссылочке можете перейти и поставить плюсик и в комментарии отписаться. Для этого надо зарегаться, но я надеюсь, вы найдете время, чтобы помочь мне. Так, вот ссылочка есть. Ссылочка есть. Так. Ну, значит, в понедельник мы с новой версией 0.02 вышедшей будем стримить. Я надеюсь, с утра они уже сделают. Я смогу с утра загрузить эту версию, обнову. А, да, ссылку... Я везде, ребят, кидаю по привычке ссылочку, так что... Плюсуйте, я вам буду очень благодарен. Пишите комментарии, естественно. Подписывайтесь на канал, если вам нравится трансляция. Кнопочка подписаться есть под плеером и над плеером. В паблик заходите в мой, подписывайтесь. Там же розыгрыш игр бесплатных. Сейчас кто-то, два человека смогут выбрать игру любую на выбор из перечисленных там. У меня есть розыгрыш июньский, уже там опубликовано. Так, значит... Есть только баг, но толку с него. Ты можешь залезть на стол, поставить под себя еще стол. Так высоко, высоко подняться, тупо под себя ставить бревна. Кстати, идея, тоже можно попробовать. Можно вышку поставить такую. Я уже не успею, я его не успею, Вить. Извиняй. Мне уже надо сейчас собираться и родную идти встречать, которая купила мне, кстати, эти очки, ребят, розовые, с пикселями, как задроту. Вот. Так что, значит, мы начнем в понедельник снова. А, мы же сохранились, да? Мы сохранились. Загрузимся и будем строить. Ну ты вообще кекс, нормально. Напоследок ушатаем этого пацана. А, тут еще и женщина. Опасно. Они вдвоем меня могут ушатать. Но мы двигаемся влево-вправо. И... Ой, еще третий прибежал. Черт. Черт. Поймаешь баг инвентаря.
Это я... Их тут, ё-моё, 3, 4, 5, 6. А вот ты окровавленный какой-то. Кровью плевался. Сколько вас, ребят? Все, забрали меня, пацаны? Нет. Ну ладно, мы, в общем, загрузимся. Начнем строительство дома. Сначала дом построим к скале, вот как мы сейчас, да, смотрели. А потом мы сделаем большой особнячок, огромный такой уже рядом, на берегу всего моря. Так что, ребят, да? Шаталин, сейчас я... Ну, я не страшно, я же сохранился, поэтому я особо не это, не старался, не убегал. Вот, так что, ребят, всем спасибо, что смотрели, ставим плюсики на СК2, не забываем подписываться, комментарии писать, я на все отвечаю, всем рад, ребят, спасибо вам, что были со мной, поддерживали, советовали, писали в чат, тогда до понедельника, друзья, анонсы будут и в группе ВКонтакте, и на порталах, я на форумах делаю анонсы, пишу в своей теме, что там такого числа во столько-то будет стрим. Спасибо вам, друзья. Все тогда. Безумный канал, безумные игры, наш лозунг. Так что всем до встречи, до понедельника. Пока, ребят.